Поехали! По мотивам фильма «Лжец, лжец» считается, что искренние желания в новогоднюю ночь сбываются. Итак, Новый год в одной из украинских квартир. Ой, дорогой. Да, дорогая? Выставляй на стол. Ага. Дорогой! Ты чё, дед? Я говорю, дорогой алкоголь выставляй. Жлобяра. Это дорогой алкоголь, всё. Ой, это Настя с Вовкой пришли. Открыто заходите. Ой, привет, привет, с наступающим. Ой, Олечка, привет. Игорь. Привет, привет. Ой, ой, Оля, выглядишь, ну это тебе, ну Бритни Спирс и все. О, спасибо. Я не могу, эта прическа умереть не встать просто. Кстати, согласен, Игорёш, заметил, как прическа идеально сочетается с платьем, а? Да. А мы ж забыли газировку малому купить сладкую. Так давайте я сбегаю. Ой, да что ребенок по ночи будет бежать? Не, ну правильно, деда зашлите в магазин, правильно. Ой, дед, все. Так, а ну вы слушайте, все в порядке. Он у нас любит магазин бегать. По нескольку раз в день бегает. Давай, Дениска, да. давай. Ой, ну, давайте, ребят, проходите, раздевайтесь, давайте. Ну, вообще да. Будут наливать сегодня? Конечно. Мам, пап, вы что, меня спать отправили? А сами будете Новый год праздновать? Ой, Назарчик, да ребята на 10 минут пришли, мы уже закончили. Смотри, они уходят, дядя Вова уже куртку надевает. Давай, загадывай желание и иди спать. Я хочу, чтобы все люди говорили только правду, хотя бы в новогоднюю ночь. Ну, что ты загадал, нет? Да, я уже загадал. Все, давай, спокойной ночи, иди. Давай, наливай уже. Все, господа. Да. Бегу, давайте, бегу. Ага, так. Все есть, у всех есть, давай. Да, да. Чтобы в новом году у всех все было хорошо. Давайте. Не чокаясь. Какое шампанское, да? Вкус, как будто собака лапы в нем полоскала. Это он просто так пошутил. Знаете, просто вкус такой специфический, как будто бы из лужи вот так черпанули и спиртяги туда добавили. Да вы че? Это ж самое дешевое шампанское, которое мы вообще нашли. Да и перед кем тут бисер? Ой, да не слушайте вы его. Он просто хотел сказать, что люди вы третисортные. Да. Вам же совершенно все равно, чем сегодня зеньки залить. Вы же мамашку от просеки-то не отличите. Вы что несете-то? Вы что несете? Молодежь пошла позаливать глаза, потом тискаются по углам, а нам внуков потом нянчить. Вот наше время как было? Точно так? Только жестче было! Жестче! Так, подождите, что-то мы сорвались, да, как-то? Давайте отпразднуем нормально, такой стол красивый. Давайте, да, и такой праздник светлый. Налей, я говорю. Да наливаю, что ты начинаешь. Единственная прическа твоя бесит, конечно, как будто ворона в голове запуталась. Давайте. Что? Не-не, да, Оля, это он пошутил. Знаешь, прическа вообще такая, ну как будто бы кошка в сене родила. Что? Да что вы такое несете? Как вы можете? Ну вы же видите, что у человека вкуса нет, и накинулись на нее. Не, если вы насыпаете, то и я подкину. Я помню, в армии в бобра взрывпакет засунули. Так я тебе говорю, просто вот... А ну, хватит! Прекратите сейчас же! Что вы обсуждаете мою прическу в моей квартире, которая на самом деле деду принадлежит, а он все живет и живет. И живет, и живет, и живет, же живет! Так, тихо, спокойно. По-моему, мы начали говорить друг другу правду. Фух, все... Я покурил. Что? Точно! Мы начали говорить только правду друг другу. Ой, я цей. Наверное, тоже лучше спать пойду. Давай, да, давай. Давай, Дениска, иди. Слушайте, ну это же просто ну, бред какой-то. Да не бред, серьезно. Вот смотри, когда у тебя последний раз был секс? Ну вот, буквально в ноябре. Вот. А у тебя, Вовка? Вчера. Ну... Чего? Это сейчас не важно. Важно то, что Игорь прав. Мы все почему-то резко начали говорить правду. Так,
Давайте просто сядем, молча посидим, пожрем и разбежимся. Открыто у нас, замок сломан. Привет, соседи, здравствуйте, с наступающим вас. Можно я вас поздравление президента посмотрю? Хорошо? У меня просто телевизор не работает. Ну, такое бывает, когда ты его пропил. Просто молча сядь и сиди. Чего молча? Давайте пообщаемся. Вы же тем более люди гнилые, недалекие. Понял, молча сидим. Я все-таки понять не могу, это каким образом вот так человек получается? Только зашел с порога, вот и говорит, давайте обращение президента посмотрим. По-моему, сейчас это важнее, да, Настя? Да, да, действительно, пусть там бубнит что-нибудь, пока люди едят. Да, это же традиция. Шановні українці. Фу, да, конечно. Я думал, будет полегче. Я думал, как по фильму будет. А пока, как по фильму, хочется только матюкаться. Я уже и Богдану говорю, ну хорош, ну все уже смеются с нас. Юзик тоже красавчик. На оно мне надо было. Ладно. Взялся, нужно доводить дело до конца, и поэтому уже в январе мы снимаем «Слуга народа 4». Это правильно, это народу надо сейчас. Короче, телек тоже не вариант. Открыто у нас замок сломан. А вот и я, святый Николай. Я на самом деле Дедом Морозом был. Просто в нашей стране все такие политически активные стали, что я на всякий случай решил переобуться. Кстати, разуваться не буду, це в ваших же интересах. Та що ж ви так поздно прийшли? У нас же уже ребенок спит. Так ви самі винуваті. Ми со Снігурочкою сусідню хрущовочку так поздравили, що устали, лігли отдохнуть, і у неї коса в лужу вмерзла. Поэтому я прийшов один. Получається, ви не винуваті. Но деньги я вам не верну. Не потому, что у нас правила такие, а потому, что я жлобяра. Беспринципно. С Новым годом. Давай, с Новым годом. А вот мне все равно интересно, каким таким образом... А может быть, смотрите, может сейчас песню громко так споем, пока дети спят, а? Песню. Да, давай, сосед, ты ж... Gotowanie jest szybkie, Jala Express. Прекрасно поешь отвратительным голосом. Ну давайте, давайте, какую-нибудь новогоднюю. Праздник в самом разгаре, не очень хотелось играть на гитаре. Как же семья ваша кумарит, я без подарка, и мне не подарят. И в лифте на кнопках цифр не видно, все это ваш сын, малолетнее быдло. Как же семейка ваша вообще не сдалась, соседи вы так себе, и я тоже мразь. Ну, хороший район у вас.
Да откуда же оно взялось? Это странное желание говорить все время правду. Точно, желание. Это Назарчик. Это он загадал, чтобы мы говорили правду. Надо его разбудить скорее, чтобы он вернулся назад. Погоди, погоди, зятек, погоди. Я еще так и не понял детально. Куда Вовка поплавок кинул? А ты давай, давай, расскажи всем про командировку. Что там было? Давай, Вовочка, расскажи. Что там было? Хорошо, хорошо, что там было? Получается, это... На поезде ехал! Дальше что было? А и оказывается, что ну так получилось, что... Что? Постельная входит в стоимость билета, представляешь? Гостиница что было? Назар! Назарчик. Пожалуйста, отмени свое желание, верни все, как было. А ты мне айфон купишь? Ну, конечно, я куплю себе новый айфон, а тебе... Будет у тебя айфон. Вот я не понимаю, ну что же вы за люди-то такие, а? Ребенок вам сказку подарил. Пожить в стране, где никто не врет. Это ж чудо просто. Вот так смотришь вот на чиновника и говоришь, воровал? Он говорит, да. Ты его бац и в тюрьму. Или включаешь прогноз погоды, а там тетка мордатая говорит, не знаю, что будет завтра. Вот реально не знаю. Дождь, может, снег вообще. Вот, вот говорит, от правды удержаться не могу. Я тоже от правды удержаться не могу. У меня что же еще одна квартира есть. А я с вами живу, чтобы вы за мной ухаживали. Назарчик, отменяй давай! Стойте! Дед, сядь. Игорь. А ну-ка скажи-ка мне, а ты меня любишь? Да, фух. А ты меня? Да. Дед, а ты нас любишь? Отменяй, Назарчик. Шутка. Люблю. Ладно, я отменяю свое желание. Ура! Давай, 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 давай с нами. Платье бомба просто. Очень красивый вообще. Шампанское же почти. С Новым годом нас. Сборная шоу-бизнеса. Крутяк, крутяк. И стол крутяк, и выступление крутяк. Но это я так думаю. И зрители, правда? Как думают члены жюри, мы сейчас с вами узнаем. Прошу, оценки.